Всем большой привет! Решила показать вам небольшие покупки, которые я сделала этим летом. Чем-то уже успела воспользоваться, что-то еще даже не вскрывала. И давайте приступим. Первое средство, которое я показываю вам, это тоник от компании Nature. Это наш отечественный производитель. Покупала по рекомендации косметолога Валерии. Часто ее вспоминаю, упоминаю, так как пробую средства по ее рекомендации, поэтому я не могу не упомянуть ее. Кому интересно, оставлю ссылку на ее инстаграм-канал. Подписывайтесь, смотрите. Возможно, тоже найдете что-нибудь для себя интересное. Так, тоник с лифтинг-эффектом. И тем не менее, он совершенно не утяжеляет. Клево, круто увлажняет. И я бы с удовольствием повторила. Его у меня еще достаточно много. Хочу воспользоваться еще парочкой средств, которые рекомендует Валерия. И потом, возможно, повторю. Вот такое интересное средство. Я им уже пользовалась. Густое масло для волос репейное от компании Фитокосметик. Очень многим оно нравится. Единственное, что осторожнее необходимо пользоваться девушкам с тонкими волосами, так как может утяжелить. А мне, как обладательнице сухих и пористых волос, оно очень мне нравится, восстанавливает и круто действует. Мне достался такой небольшой скраб для тела от моей подруги. Он у нее был в наборе. Но поскольку скрабами она не пользуется, она решила передать его мне. Очень приятно пахнет ванилькой. Абсолютно новый, еще не успела воспользоваться. Думаю, ближе к осени, зиме я им с удовольствием воспользуюсь. Ну, такая экспресс-покупка случилась со мной. Это пантенол. Мне понравилось, что он в гелевой формуле. Покупала в Магнит Косметик. Случайно умудрилась обгореть. И, ну, я скажу, что действительно немножечко снял эффект раздражения. Вот так вот я успела им воспользоваться. Я бы рекомендовала к покупке. Я понимаю, что он абсолютно не вылечит вам ожог сильный, но поскольку, видимо, он у меня был достаточно легким, он справился со своей задачей. Из косметических средств вот такую кисть подарили мне на день рождения. Он у меня был в июне. Так, кисть из коллекции визажиста Гев Муа. Кисть очень нежная, мягкая. Она немножечко испачкана, так как я пользуюсь ею на регулярной основе, не успела помыть ее перед съемкой. В общем, очень нежный ворс. Легчайший просто. И круто тонкую дымку может растушевать вам тени. Еще один подарочный набор целый от компании Биоталь. Вот только недавно подруга успела вручить мне. Запоздала подарок на день рождения, но тем не менее очень приятно. Здесь у нас гель для душа и скраб для тела соляной. Они еще не вскрывались. Это наша отечественная компания. И я так понимаю, они изготавливают свою продукцию на основе водорослей. Будет интересно попробовать. Лак для ногтей от компании Stardust. Я так понимаю, эта серия продается в Магнит Косметик. Мне он достался в скидочной корзине по супер скидке. Вы уже видели в одном из видео у меня его на ноготочках. Очень классный, дуохромный, держится хорошо, но он темный, поэтому я жду осени, чтобы чаще им пользоваться. Абсолютно летний лак от компании Essence. Покупала я в корзине, подружка, он мне, значит, приглянулся. Там есть очень-очень мелкий дуохромный шиммер, и вот что-то так особо не поймать мне на камеру.
Но покупала я его именно из-за этого дуохромного шиммера, и его на ногтях не видно. То есть на ноготочках он просто такой голубого летнего оттенка. Ну, тоже классно, не жалею. Последнее приобретение, которое я успела сделать этим летом, это помада от компании MAC. Оттенок Skill. Я даже не знаю, что это означает. Английский у меня не очень. Мне очень понравилась упаковка, и мне понравился безумно оттенок. Он такой летний. В компании MAC была распродажа. И я решила побаловать себя вот такой помадкой. Конечно, стараюсь не скупать большое количество косметики декоративной, но иногда не получается удержаться от соблазна. Так, опять же, помада с небольшим дуохромным переливом, но, к сожалению, не получается поймать этот перелив на камеру. Это бальзамная серия, оттенок персиково-розовый. И вот этот вот перелив персиково-розовый создает вот этот эффект дуохрома. Он абсолютно легкий, незаметный. К сожалению, да, не видно на камере. Придется вам поверить на слово. Абсолютно весенне-летний оттенок, поднимающий настроение. Это все мои приобретения за лето 2021. Спасибо, что были со мной, что досмотрели видео до конца. Всем пока-пока и до новых встреч!